По легенде, произошло условное землетрясение до 9 баллов. Разрушены промышленные здания и сооружения. Произошла утечка опасных химических веществ. Образовались очаги пожаров и зона химического заражения. Случились дорожно-транспортные происшествия, крушение железнодорожных составов, воздушных судов. В зону условной ЧС были направлены более 1000 человек. Задействовано свыше 300 единиц техники. Привлечены 27 воздушных судов. В рамках учений были продемонстрированы инновационные технологии в организации пожаротушения, проведение поисковых и аварийно-спасательных работ, оказание первой помощи пострадавшим, ликвидации последствий аварии на химически опасных объектах. 36 человек Южного регионального поисково-спасательного отряда показывали методы и приемы спасания людей при стихийных при ликвидации последствий стихийных бедствий на водных объектах. Со своей задачей личный состав справился успешно. Я как руководитель хочу оценить их действия на отлично. К слову, в международном салоне принимают участие более 100 представителей чрезвычайных служб из 30 государств, а также международных организаций.